Друзья, зрители, подписчики, сейчас прогуляемся по Массандровскому пляжу. Декабрь 2020-го. Массандровский пляж. Наверху спортивный комплекс, тренажерный зал. Массандровский пляж. Солнечно, погода теплая. Говорят, что вот этот сектор пляжа уже как бы не массандровский считается. Там пляж коврик дальше. Но все думают, что все равно как бы это массандровский пляж. А уже вот эти сектора пляжа, которые дальше, тоже да, массандровский. Рыбак сидит, ловит рыбу на Массандровском пляже. Смотрите, какое солнце, декабрь месяц 2020-го. Есть рыба, поймали? Пока нет, да? Ну ладно. Хорошие рыбалки вам. Массандровский пляж, декабрь месяц 2020-го.
Что, друзья, зрители, подписчики, мы сейчас прогуливаемся с вами по набережной Масанровского пляжа. Декабрь 2020-го. Погода классная, солнечная. Все работает. Заведения, магазины. Эйфелева башня на Масанровском пляже стоит. Многие возле нее фотографируются. Пляж MGM Grand. Летом здесь переполненный. Декабрь 2020-го. Друзья, зрители, мы сейчас с вами подходим к Масанровской Эйфелевой башне. Смотрите, прям как в Париже. Но в Париже она побольше. Но Ялтинская, она тоже очень красивая. Украшает Масанровский пляж. Море. Внизу пирс. Людей на пляже сидят, отдыхают, некоторые даже загорают. Масанровская набережная пляжа. Ялта Интурист, гостиница впереди. Пляжи пансионата Актер. Пляжи Ялта Интурист, а дальше идет грузовой порт. Море сегодня такое красивое, солнечное, со свежим морским воздухом. Посмотрите, сколько много людей на пляжах.
И это декабрь 2020 года. Там впереди гора Айпетри. Видите? Виды на Ялтинское побережье. Там за той горой находится Ласточкино гнездо, Алупка, Семиис. Массандровская набережная, декабрь 2020-го. Друзья, зрители, подписчики. Солнечно, хорошо. Людей гуляет по набережной много. Заведения работают. Вот, кофейня есть рядом. Джаз-сеть по Ялте. Новогодняя тематика. Тыквы разноцветные в заведении.
Здесь находится выше на набережной заведение Ван Гог. Ресторан. Многие люди сюда приходят отдохнуть, покушать, хорошо провести время, отдохнуть. Массандровский пляж, друзья, зрители, подписчики. Погода солнечная. Сегодня 14 декабря 2020. Очередной сектор Массандровского пляжа. Передавайте привет YouTube. Привет подписчикам с Массандровского пляжа. Две девушки передают вам привет. Смотрите, какое красивое море. И это все 14 декабря 2020 года. Там наверху находится туалет, про который я вам говорил. На вещевом рынке в Ялте почему-то по 10, а здесь на Массандровской зимний период 20. Здесь находятся камеры хранения. Вот там вот в туалете. Туалет на Массандровском по 20 рублей. Когда это было еще? Только зимой. Сказали только на зимний период. А летом опять типа будет бесплатный. Будем ждать, когда он будет на постоянной основе бесплатный. Правильно? Друзья, зрители, подписчики. Красивая набережная Массандровского пляжа. Здесь заведение пока... Здесь заведение на зиму пока закрылось. Людей, в принципе, достаточно. Ходит, прогуливается, гуляет. Атмосфера предновогодняя на Массандровском пляже. 2020 год, друзья, зрители, подписчики. Массандровскому пляжу.
А летом здесь вообще все сектора пляжа всегда переполнены. Столько людей постоянно купаются, загорают, отдыхают на Массандровском пляже. Итальяно веро. Массандровский пляж. Передавайте привет подписчикам Массандровского пляжа всей России. Всем России, всем приветчикам. От его величества князя. Князя его величества, князя. Олега. Олега, я князь. Князь. Вива. Вива наш Крым. Привет. Вива. 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 Величество. Величество. Олега, Олега Олеговича. Начало Массандровского пляжа, декабрь 2020-го. Здесь, кстати, наверху вкусная чебуречная. Многие приходят именно вот в это заведение покушать чебуреки. Там летом работает ночной клуб «История». Сейчас, кстати, по ценам посмотрим на чебуреки. Так, это у нас вторые блюда. Рыба на мангале. О. Мате-кафе. Мате-кафе. Видите, доставка есть, самовывоз. Вот по чебурекам цены. По салатам. Чебуреки. Блюда на мангале. Горячие закуски. Овощи, рыба на мангале, гарниры. Массандровский пляж. Декабрь 2020-го.
Друзья, зрители, подписчики, здесь при входе в Масандровский пляж есть такая часовня, храм Николая Чудотворца. 14 декабря 2020. Смотрите, как красиво она выглядит. Здесь ночной клуб «История», вот получается, с левой стороны. Все для пляжа продается, смотрите. Круги, маски, полотенца, сумки. Серхука. Это что у нас, кафе? Вот получается самый главный вход в храм. Сейчас там открыто. Тоже можете прийти сюда. Посмотреть это красивое. Посмотреть это красивое место. Вот здесь описание. Кому интересно, потом на паузу нажмете, почитайте. Там дальше идет отель «Бристоль». Можно пройти 500-700 метров, и вы на набережной города Ялты. Друзья, зрители, мы с вами сейчас на Масандровском пляже. 14 декабря 2020. Дышим с вами морским свежим воздухом. Любуемся морем. Какое же красивое Крымское море. Если вы согласны, то поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал «Крымский путешественник». И приятного вам дальше просмотра. Друзья, зрители, когда же здесь наведут порядок? Я специально подошел к этому месту еще раз, смотрите, чтобы показать, какой вот получается срач творится здесь вот на Масандровском пляже. Когда уже будет чистота и чистая урна? И люди будут больше после себя выносить мусор, не будут сорить, а будут себя достойно вести на пляже. Масандровский пляж.
А вот этот кто бардак после себя оставил. Неужели нельзя убрать? Друзья, зрители, вот такое видео получилось. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Добрые, хорошие люди могут меня поддержать, собирая на новую камеру. Реквизиты оставлю в описании к этому видео. Декабрь месяц 2020. Ялта, Крым. Чайки, море. Всем вам желаю сегодня самого хорошего настроения и самого хорошего дня. И до новых встреч в новых видео.